На автодроме «Крепость Грозная» в столице Чечни прошел первый этап нового сезона Кубка РАФ в зачете «Формула-4». Соревнования проводятся с 2015 года при поддержке программы развития российского автоспорта «СМП Рейсинг». В этом году они проходят под эгидой Российской автомобильной федерации и одновременно с этапами отечественной серии кольцевых гонок «СМП-РСКГ». «Формула-4» рассчитана на молодых спортсменов и является начальной ступенью в формульных чемпионатах. Первый день уикенда прошли тренировка и квалификация, где пол-позицию занял пилот программы «СМП Рейсинг» Павел Буланцев, а Ирина Сидоркова стала четвертой. В воскресной гонке победил Павел Буланцев, вторым стал Иван Носов, который вместе с сошедшими в гонке Ириной Сидорковой и Артемом Лобаненко представляют Россию в испанском чемпионате «Формулы-4». Но прежде чем попасть за руль болида, все они достигли успеха в картинге, для которого отлично подойдет и трасса «Крепость Грозная». В новом сезоне календарь российской «Формулы-4» насчитывает 7 этапов. В мае гонки примет Нижегородское кольцо. В конце июня пилоты отправятся в Смоленск. В июле 4-й этап пройдет в Казани. В августе на трассах ADM Raceway и Moscow Raceway пройдут московские этапы. А завершится чемпионат на Сочи автодроме.